На повестке заседания законодательного собрания стояло больше 70 вопросов. Часть из них касалась изменений в федеральном законодательстве, но большинство вопросов были посвящены региональной повестке. Еще до начала рассмотрения повестки депутаты от КПРФ пытались внести предложение о выделении денег из бюджета компании «Запад-1» на достройку жилья дольщиков. Вопрос стоит о 23 домах. Предложение депутаты не поддержали, но это не значит, что они уклонились от решения проблемы. Просто предложенное к обсуждению обращение составлено не совсем корректно. Мы все настроены на то, чтобы не допустить там обманутых дольщиков. Этот вопрос в течение 2020 года, значит, обязательно решить. Причем не только по этой кампании. Общей стоит задача не допустить, значит, скажем так, мошенничество в этой сфере, не допустить. После утверждения повестки депутаты заслушали отчет начальника управления Министерства внутренних дел о деятельности за прошедший год. Уровень преступности снижается, он снизился более чем на 4%. Это хорошая динамика, но, безусловно, мы понимаем, что это такой критерий, который надо постоянно держать и регулировать. Обозначил Андрей Мишагин и проблемные точки. Это расширение числа участковых пунктов, увеличение количества штрафстоянок и борьба с незаконным оборотом снюса. Кстати, как подчеркнул начальник управления МВД, в прошлом году не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления, совершенного несовершеннолетним. Тема несовершеннолетних была продолжена. На заседании было вынесено голосование по кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка. Голосование было тайным, поэтому член каждой фракции мог голосовать, как его заставит совесть. С перевесом ровно в два раза на этот пост была утверждена Екатерина Смарода. Я планирую свою работу в связи с оказанной честью и доверием со стороны депутатского корпуса, за что я выражаю огромные слова благодарности, выстраивать системно. То есть охватывать практически все вопросы, связанные с проблематикой детства. Это и детское здравоохранение, детское образование, социальная защита детей, социальное обеспечение. На защиту прав детей направлены изменения в закон о ежемесячной выплате на содержание ребенка в приемной семье и в семье опекуна. Они были внесены на рассмотрение депутатов областного парламента. Идет уменьшение нормативных документов, которые предоставляет сам заявитель. То есть люди, которые имеют такую возможность. Это заявление, свидетельство о рождении ребенка и разрешение органов опеки непосредственно на вид деятельности. Уменьшаются сроки взаимодействия и подготовки ответа. Это всего лишь 5 рабочих дней. Со следующего года многофункциональные центры будут наделены частью полномочий ЗАГСа. Ряд новых документов можно будет получить в МФЦ. Свидетельство о смерти и свидетельство о рождении, которые можно будет получить непосредственно в многофункциональных центрах. Эта услуга будет для всех заявителей бесплатная. Депутаты решали не только вопрос защиты прав детей, но и окружающей среды. По инициативе общественности на заседании ЗАГС-собрания вынесены 2 соответствующих законопроекта. Первый из них касается наделения органов местного самоуправления полномочиями отлова и содержания безнадзорных животных. Ну, деньги большие, вот особенно по методике расчетов, там получается порядка 6 тысяч на одну безнадзорную собаку. Да, вот это огромные деньги, будем считать их, да, рассматривать эти вопросы. И сегодня финансирование, в принципе, предусмотрено там порядка 18 миллионов, которые для этих целых субсидирований будут переданы муниципалитетам. Второй закон касается разграничения полномочий по охране зеленых насаждений. Речь идет о составлении реестров по муниципальным образованиям. Таким важным элементом будет являться ведение реестров муниципальных зеленых насаждений. При этом фактически будет паспортизировано каждое дерево в муниципальном образовании. Кроме того, были внесены изменения в областной бюджет. Решен вопрос о предоставлении участков недр. Утверждены изменения в положении о молодежном парламенте и обсужден ряд других вопросов. Егор Титов, Марат Мигдиев, новости Улправда ТВ.